климат здесь животворящий, конечно. И ребята, которые приезжают, и профессура, конечно, они наслаждаются здесь пребыванием. А что касается интенсива занятий, то он везде одинаковый. Поэтому я не могу сказать, что там лучше или здесь лучше. Но здесь еще, я вам хочу сказать, все устроено так, что хочется творить, поскольку вот эта природа пышная, она даже несколько декоративная, и она пробуждает особенно острые чувства эмоциональные. Это не просто санаторий для отдыхающих, это место, которое принимало великих людей прошлого, великих людей 20 века, а до этого, конечно, весь дух императорских семей, всех, кто строил этот дворец, этот платан, посаженный при императоре Александре I. Это место веками, не годами, а веками уже вдохновлено, намолено и озарено творчеством людей, которые здесь были. И я думаю, что для молодых наших исполнителей и лауреатов, это тоже огромная подпитка и трамплин для следующих каких-то, я бы не сказал даже прыжков, а преодолений и побед. Вот так. Когда занимаешься дома, все время что-то отвлекает. Вот, это есть желание, ну, не знаю, там, включить телевизор, в конце концов, там, компьютер, вот какие там есть увлечения у детей. Вот, а здесь атмосфера, которая позволяет полностью погрузиться в творчество, и с 9 утра и до 9 вечера все занимаются, и самое главное, что не только занимаются, но и слушают друг друга. И более того, я даже иногда говорю, что хватит заниматься, надо идти прогуляться. Да нет, я еще хочу посидеть. То есть это, ну, это отличает, в общем-то, настоящего профессионала, потому что они уже профессионалы, при том, что еще надо учиться и учиться. Вот у него стало получаться почему-то, и у него начался зуд, что я хочу это сделать. И его не важно, что уже ужин начался в столовой, или море теплое. Ему надо вот это быстренько, и вот это самое главное. Вот это самое главное, если они этот импульс получили, это можно надеяться, что 30% сработает. Каждый раз очень жду этих мастер-классов, потому что это потрясающая возможность провести, ну, конкретно про этот интенсив, неделю с великолепным наставником, получить очень много пищи для размышлений.
какие здесь профессионалы, профессора работают. И была уверена, что кто-то из знакомых, друзей тоже сюда попадет, возможно, что еще плюс бонусом может быть. И интенсивная работа, погода, Крым. Это четвертый раз, когда я приезжаю на мастер-классы к Сергею Павловичу. Каждый раз, естественно, что-то новое я усваиваю, каждый раз случается некий толчок в моем развитии, в том, как я начинаю играть. Я безумно благодарен за то, что я однажды подал заявку. Единственное, о чем я могу пожалеть в своей жизни, это только о том, что я не сделал этого раньше. Да, да, конечно. Вот тогда, ты понимаешь, это то же самое, если девочкам подарить ржавое украшение. У тебя есть девушка? Нет. Ну, это правильно. Левый включай. Правый перехватывай. Левая. А паузы не хочешь? Что если вытянуть больше это все по горизонтали, поменьше вот этой вибрации мелкой, и попросторнее вообще, правой посторонней. Смотри, до у тебя прекрасно получилось, а ре ты изменила позицию уже. Сначала фа очень ясно покажи, а последний. Если что, согласен на меня. Играя ля и рецеката, а с лучком. Вышло выше. Река талантов 4 дня, а многие меняются за это время и что-то новое, важное для себя открывают в таком интенсивных занятиях бесконечных с утра до вечера, потому что, а здесь же больше мы занимаемся, здесь не знаю сколько, 5 или 6 дней мы занимаемся непосредственно, поэтому это такое проникновение взаимное друг к другу, и начинаешь думать о них, они думать о тебе, это такая приятная взаимоотдача. Показать, например, как работать чисто даже технологически над тем или иным произведением. Вот, например, как бы я это учил? Как бы, например, учил это, скорее всего, вот такой-то скрипач? Как бы, вот посмотрите, посмотрите, подумайте, что вам подойдет. Там какая-то, может быть, аппликатура. Мне нравится такая-то, а у Ойстраха там была другая аппликатура. Надо пробудить у них желание быть лучшим педагогом для самого себя. Вот это очень важно, потому что приходить за советами, это, знаете, это путь тоже, но это, он заканчивается. А вот когда ты научился быть педагогом для самого себя, вот это тогда вот вечный путь. Концерт перед публикой в рамках мастер-класса – это прежде всего еще одна ступень развития. То есть для чего мы занимаемся долгие годы? Для того, чтобы выйти на сцену. Вот. А для того, чтобы чувствовать себя на сцене уверенно и свободно, нужно выходить на сцену. Вот. Поэтому это даже не конечная точка, а лишь еще одна ступень вот, к Олимпу музыкальному. График максимально насыщенный, и часто бывают дни, когда у нас и занятия с профессором, и потом, либо до того, либо после занятия еще и со мной. То есть интенсив
интенсивен, извините за масло масляное, именно по насыщенности каждого дня. Но при этом традиционные две экскурсии за смену обязательно есть. Например, вчера у нас был замечательный мастер-класс по живописи. Я лично в первый раз вообще в таком участвовала. Очень понравилась такая некая терапия, можно сказать. Ребятам я хотел бы пожелать, чтобы они верили в себя, но заглянув в свою душу и отыскав там действительное свое желание. Понимать, к чему они хотят стремиться. То есть, прежде чем даже брать инструмент в руки, представить себе, вот, например, перед ними там концерт скрипичный Брамса или Шостаковича, понять, к чему они хотят прикоснуться, и чтобы этот концерт стал их концертом. Чтобы вы в своей жизни были уверены, что жизнь вам даст шанс. А в свою очередь вы должны быть готовы его использовать. Я желаю им успеха, веры в себя и обязательно пожелание, которое не часто бывает в нашем искусстве, исполнять музыку музыкально.